Всем трон, с вами я Дима Клогин, я решил возобновить рубрику телефонных игр, я пересниму пятый раз. Зарядка слабая, и там также было, и мне кошка поцарапала. Так, хочу сразу же сказать, что я получил, когда снимал, и фейл у меня был. Я получил надгробие. Алло, да? Хорошая карта. Так, что я еще хотел бы вам сказать? Так, подождите. У меня сломана матрица. Матрица — это внутренний экран телефона, который воздействует этот бот на клики. И давайте начинать. Это было более, было более. Вторая арена или первая арена? Арена мини-пехи. Тут не могу нажать. Опа, ну надгробие. Надгробие появилось. Растирал, блин, и растирал. Не так уж быстро лучница. Ну, сейчас победим, наверное. Россия сильнее. Опа-на. Еще надгробие. О, зомби. Давайте вот сюда поставим. И гоблины добивают. Делать даже не пришлось ничего. Видите? Легко-то. Выход. Позже оценю ваше предложение. Чик-чик. Ну, надгробие — это лютая штука. Давайте 2-2 еще раз. Чар. Длин. Долина чар. Как она сразу? Какой великан я же рыцаря просил? Хорошо. Дыщ. Только не башню короля. Победа просто. Победа. Давай. Четыре скелета вылезло. И быстро подохло. Ой-ой-ой-ой. Давайте рыцаря. Он сейчас разгонится. Так давай в башню давай. Зараза.
Все, еще три коронки, и мы выиграли. До этого ты шел быстро. Так, что-то зависло в мозгу. А, нет, нашлось. Давайте. Вот он, над гробью. Ух, я бы так не слышал. А я бы вот так бы не торопился. Я бы так бы не торопился с выводами. Надгробие еще цело. Цело, прикиньте. Ой, видите, победа походу будет. Скелетики сейчас, наверное, убьют. Скелеты, давайте. Убивайте его. Блин, кладбище, давай. Ну давай, Миша. Зараза, зараза. Ты что ж мелкая зараза? Мы дракошку убили. Мини пику сейчас вот. Ой, две мини-пики. Давайте скелетов выложим. И если и скелеты справятся, мы выиграли. Он гоблинов вызвал. Я тоже призываю гоблинов. Бочка. Гоблинов. Шорт даст 2. Блин, я дракоша не могу вызвать. Печалька. Сколько? Гробия пора. Так. Давай, все. Изи пизи, лемон сквизи. Тыщ. Та-тан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 . Изи пизи, лемон сквизи. Че, пацаны, аниме? Обсуждали тазы на лавочке, сидели. Че, пацаны, аниме? Че, пацаны, анимешники, да? Че, пацаны? Опа-на. Было. Так, 15% зарядки. Может, минионов использовать? Да нет. Так. Давайте вместо этого 2 на 2 давайте. Давайте 2 на 2 схуем. Нет. Опа, у него хорошие карты. Так. Сразу. У него мы продули по ходу боя. Черт, проиграть можем. Нет, я не хочу проигрывать. Проигрывать это плохо.
Давай призвай своего этого, а я миньонов призву. Мы можем выкатать катку, кстати. Давай, сейчас убьем его, давай. Я Константин Джарахов. Да мне пофиг как-то. Сейчас еще вот орду миньонов вам подкину. Давай, давай, давай. Ага, сейчас же. У меня надгробие тут есть. С этим. 2 на 2, 2. 1 на 1, чисто. Чисто 1 на 1. Сейчас же. Чего здесь? Там принц я еще вызвал. Слишком далеко. Мы-то победили, мы-то победили. Знаете, какой я сундук хочу? Так, нет, стопки, кажется. Так, я вызвал запрос карт. О, 3 карточки. Я вот хочу вот такой сундук. 1 эпическая, 14 редких. Давайте, давайте 1 на 1. Нет, не сундук. Да. Говорил уже, у меня матрица сломана. Ну уже. 4 против 4. Сварман. Давайте вот так вот ужимся. Вот так вот сюда. Сейчас мы тут все быстро порешаем. Еще быстро, наверное, с корешами это все выдернем. Сейчас же. Блин. Вот так-то хорошая карта. Чересчур хорошая. Держать вот. Блин, вот это я вот думаю. Кладбище. Давайте уничтожьте. Красавцы. Ай-яй-яй-яй. Чёрт. Я забыл, как сложно играть в одиночку. Ну, блин, вызывайся. Дракон.
У меня левая сторона полностью отсутствует экрана. Так, нам надо еще вот здесь поставим. Подставим. Может, победили уже. Скорее всего. У него тоже есть кладбище. Только плохо работающие. Я сделал так. Минус. До свидос. Угу. Кто победитель? Мой победитель. Кто победитель, мы победитель. Кто победитель, я победитель. Подождите. У меня как бы сейчас 7% уже на зарядку просто. 6! Давайте быстрее, зарядка. Зарядку давайте. Быстрее. Давайте. Ставьте лайки, чтобы не разрядился. Черт. Он разряжется у меня в любую секунду. Вот редкая карта. Кажется, есть задание, где можно, где надо скупить все карты. Все карточки скупили. Такой я жадный, все карточки скупаю. Давайте мини-пику прокачаем. Третий уровень использовать. Блин, вместо вот этого миньона давайте. Бой. 2 на 2. Ой, посмотрите, какая кольня сейчас. Они шизанут. Ой, я тоже великана могу вызвать. Потом еще бочечку. Е, кладбище. Защита. Чего, какого фига, как они это? Стоп, у меня плохой. Понятно. У меня плохой напарник попался. Мне попался очень плохой напарник. В теории буду в крайнем случае использовать. Красава. Я вот так и думал, так что я подготовился к этому моменту. Скелетиков еще не подкинул. Член команды МК. Фитнес-миньоны, фитнес-миньоны. Прикиньте, фитнес-миньоны здесь есть. Фитнес-миньоны. Давайте вот так вот. Там, друг. Ходи. Ой, все, прощайся. Мини-пика его не дошла. Так. Я вообще не их растащил.
Игру заклинаний. Давайте, блин. Давайте игру заклинаний сделаем, достижение. Вторая ариан. Блин. Ой, дракончика вызову. Вызову сейчас дракончика. Зараза, сейчас просто убьет мою башню. Мою башню сейчас просто могут убить. Ну, не тут-то было. Да блин. Сломанная матрица. Меня раздражает моя сломанная матрица. Ой, с миньонами-то легко расправимся. Давайте. Все, убежим. Игра в колдунчиками, в колдунчиков. Тан-тан-тан. Четверочку давайте подождем. Тыщ. Нет. Блин, зараза. Игра за клинанием готова. Так, позже. Квест. Получить. Огненный шар. Чё? Битва. Картами зданий. Не. Сыграя картами воина 80 раз. Воинов один на один. А на этом все. С вами был я, Дима Кулагин. Всем до встречи. Всем пока. Приятного аппетита.